Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить в комиссию документы о том, что за последние 5 лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за 5-летний период, и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, в семинарах, в вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации Сирано и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время. Циклы вебинаров выстроены по 9 темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16:00 начинается курс «Дентальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16:30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17:00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает вам выстроить вектор профессионального развития на ближайший 5-летний период. В 17:30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии». Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18:00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18:30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. 19:00. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19:30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров». Читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии и детской хирургии. В 20:00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация Сирано приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. Уважаемые коллеги, добрый день! Российская медицинская академия непрерывное профессиональное образование – это наиболее опытное и уникальное учреждение дополнительного профессионального образования. Мы реализуем программы в области повышения квалификации с 1930 года. В настоящее время дополнительное профессиональное образование врача преобразуется в так называемое непрерывное медицинское образование. И эта непрерывность вполне естественно для врача, так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию и приобретать новые знания, умения и компетенции. Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями. Это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами, и образовательные мероприятия, которые реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами
нашей академии. Ассоциация Сирано приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Тема моей презентации, такой, может быть, больше в каком-то смысле теоретически носит характер и доклада, это те понятия, феномены, с которыми мы все столкнулись сейчас. Изоляция, автономия и границы. Какие есть возможности, да, здесь, и какие последствия нас, может быть, в этом плане ждут. Начну я с некоторых методологических оснований моего доклада. В своем докладе я буду опираться на нематериальную теорию психики, выдвинутую Михаилом Михайловичем Решетниковым. В ней подчеркивается самостоятельный статус информации, который не определяется внешним носителем, но существует на его базе. Психика же обрабатывает, производит и верифицирует информацию. В дополнение к этой теории я предлагаю концепцию глубины знания. Да, ну, я думаю, вы все видите определение, и можно с ним ознакомиться. Что же в этой связи нам важно рассмотреть? Да, разные компоненты, озвученных в названии доклада понятий, которые, с моей точки зрения, имеют важную роль в контексте обеспечения психического здоровья, ситуации охранительной самоизоляции, а также в ситуации разного рода угроз для жизни и благополучия, с которыми сейчас мы все сталкиваемся. Первое понятие, значит, это изоляция. Да? В данной ситуации для многих граждан, вероятно, он носит отрицательный окрас. Не зря большинство используют именно прилагательное «вынужденное». Но в то же время многие люди мечтают об изоляции на каком-нибудь острове или в домике в прекрасном лесу, вот как вы видите, например, на этом слайде. Тоже изоляция, но совсем другая. Конечно, также имеет место контекст, связанный с образом тюрьмы или пытки. Но вопрос в том, насколько верно концентрироваться только на одном из этих вариантов. Нельзя ли найти возможность, чтобы увидеть оба? В то же время мы можем даже еще один ракурс найти. Да? Такой ракурс относительно духовно-мистической изоляции. И здесь тоже два полюса. Да, один из полюсов – это полюс секты, да, который является по определению чем-то обособленным, изолированным от большинства традиционных религий и учений. Я думаю, что сейчас мы будем наблюдать усиление, да, таких каких-то сектантских движений. А на другой стороне духовное затворничество, которое позволяет достичь большей полноты в постижении Бога. И здесь мы можем вспомнить, что многие деятели культуры, да, в ситуациях изоляции писали свои лучшие произведения и находили какие-то новые откровения свои, да, достигали. Следующее понятие – это автономия. Да? Ну вот согласно толковому словарю Ожегова, это самоуправление, независимость в управлении. А психоаналитическая теория психосексуального развития – это качество человека начинает формироваться на анальной стадии. Ребенок обретает навык контролировать процессы, происходящие в теле. Сам психоанализ, по крайней мере, некоторые его школы, предлагают нам научиться контролировать свои психические процессы. Бессознательное преобразовывать в сознательное. Для этого требуется некоторая мазохистичность, которая в широком смысле в психоанализе понимается как возможность воспринять себя объектом воздействия с получением положительных эмоций от такого восприятия. В таком случае мы даем себе возможность увидеть бессознательные комплексы, которые овладевают нашим «я», нашей личностью и снижают степень контакта с реальностью. Все это мешает выработке рациональных и продуманных стратегий выхода из трудных ситуаций. Да, то есть мы тогда становимся как раз-таки зависимы и не можем управлять тем, что с нами происходит. А что же нам позволяет быть более независимыми? Насколько это вообще возможно? Да? И здесь мы можем подумать над тем, значит, какой из комплексов наиболее распространен вот в наше время сейчас. Да? Это комплекс апокалипсиса. Ну, сейчас уже, может быть, чуть спал, но первое время его такая заряженность была очень большая. В чем его опасность?
В том, что он может парализовать всякое стремление к изменению ситуации в лучшую сторону, спровоцировать отчаяние. Да, и в контексте предыдущих докладов известно, что безнадежность, отчаяние – это один из наиболее сильных факторов как раз в суицидальном поведении. И вообще человек в состоянии отчаяния часто совершает безумные поступки, да, в том числе, может быть, какие-то криминальные. Другой выраженный комплекс, которым тоже, я думаю, отчасти было затронуто в предыдущих докладах, это комплекс героя, с которым как раз приходится сталкиваться многим медицинским работникам, людям, которые сейчас на передовой. И в чем тут может быть опасность? Да, что люди в этом, под влиянием этого комплекса склонны бросаться, чтобы помочь всем и повсюду. Но важно помнить, что история героев всегда оканчивается смертью, да, потому что требует запредельных жертв. Как технически стать более автономными от данных комплексов? Да, и здесь мы переходим к теме границ. Да, вот тут одна из картинок справа, которая показывает, как некоторые наши граждане обходятся вот с темами границ. Да, я думаю, что можно чему-то у них поучиться. Какие границы важно провести? Да, каким образом это сделать? Чтобы немножечко над этим поразмышлять, так, коротенько, я предлагаю рассмотреть вот данную схему, которая иллюстрирует возможные репрезентации феномена психической жизни в ее взаимодействии с окружающей действительностью. Как мы видим, сознание, да и вообще любые комплексы, может быть репрезентированы как действие, образ или слово. Именно посредством них мы можем устанавливать границы, да, то есть посредством каких-то действий, посредством каких-то образов, да, вот многие медитации, да, которые дают нам образы, где мы закрываемся от внешнего влияния, тоже устанавливают границы. Или посредством слов. Ну, самое простое – это где-то сказать «нет». Числа 1, 2, 3 и 4 обозначают динамический архетип, который может быть выражен мифологически через аксиому Марии Пророчицы. По траектории этого архетипа происходит процесс деинтеграции и реинтеграции. Как это происходит? Изначально некий комплекс, некий процесс психический, хаотический слит с нашим образом «я». То есть мы не представляем себя без него, не представляем себя без этой реакции. Затем мы отделяемся от него через дихотомическую оппозицию. «Я не то». Да, то есть проводим уже некоторую границу. Но она пока такая очень жесткая. После чего мы находим закономерности, нечто общее, что является законом для обоих полюсов конфликта, что позволяет достичь большей целостности, сохраняя дифференцированность, сохраняя границы. Именно так в общих чертах и выглядит процесс проведения границ. Если вернуться к комплексу героя, да, то мы можем подумать, какой комплекс противоположен герою. Жертва. Что является общим основанием для обоих комплексов? Травма. В самом широком смысле этого слова. Травма как раскол, как проблема, как разрушение связей. Именно это мы сейчас во многом и переживаем. Какой архетип способен соединить эти противоположности? Да, вот архетип раненого целителя, и здесь мы можем видеть снизу цитату Карла Густава Юнга, да, что нам важно признавать свои собственные раны и травмы, и тогда наша помощь другим будет более искренней. В то же время тогда мы сможем лучше беречь и самих себя. Спасибо за внимание.